Айдана Меденова относительно недавно активно приступила к работе. Певица несколько дней не выходила из студии, трудясь над новыми песнями. Видимо, результат не заставил себя ждать. Судя по всему, трек готов, и на него исполнительница планирует снять клип. Нам удалось выяснить, что готовится что-то по-настоящему грандиозное. Правда, что именно, пока не ясно. Айдана предпочитает сохранять интригу, дабы поклонники не потеряли интерес раньше времени. Поэтому нам остается только ждать обещанной от певицы бомбы. Уже совсем скоро мы обязательно поделимся с вами последними новостями. Кстати, не забудьте, что Айдана еще выступит на самом масштабном концерте казахстанской музыки «Гакку Даусо» 17 сентября. Обязательно приходите, будет весело.